приднестровском городе Рыбница началось строительство новой школы и нового детского сада. Средства на их возведение выделила Россия в рамках программы реализации ряда гуманитарных проектов через некоммерческую организацию «Евразийская интеграция». Прежнее здание детского сада номер 6, постройки 60-х годов, расположенного в центре города, было снесено. Его не ремонтировали с момента строительства. Дети на период ведения строительных работ переведены в другие дошкольные учреждения. Когда мы приходили, там дети спали на раскладушках в тех же комнатах, где играют. Ну, это, в общем-то, я когда был маленький, мы примерно так же жили при строительстве братской ГЭС. Наши дети должны жить лучше, чем мы тогда. Новоселье ожидает и учеников средней школы номер 6. Это единственное в Рыбнице общеобразовательное учреждение, где учатся в две смены более 900 учащихся. Новое здание школы возводится на месте нынешнего школьного стадиона. Строительные работы не повлияли на учебный процесс. Пока строится новое здание школы, старое функционирует в обычном режиме. Кроме того, в Рыбнице за счет российской гуманитарной помощи будет построен новый трехэтажный противотуберкулезный диспансер.